Ну, знаете, вот первое действие препарата Арктика, вот как раз действие на психику. Вот у меня самого такой был опыт, моя сестра Надежда, ну, в ступор после оглашения диагноза, вошла просто в ступор. Телевизор смотрел все время такая. После приема Арктики в течение там 3-4 дней она Настроение стала, у нее хорошее, улучшилось настроение, она стала подтверждаю. смеяться. И еще мне, помню, звонила, она сама живет, говорит: Копарев, я теперь понимаю, почему ты все время ржешь, Арктику пьешь. То есть, если был бы у нас институт депрессии, мы бы сказали, что Арктика 100% лечит. Знаете, даже если это эффект внушения, я готова платить за эффект внушения. Ну, Нет. скажу честно. И вот давайте тогда вот на примере себя. Эффект внушения мы исключили. Мы кололи и давали пить препарат Аркти собакам служебным, старикам, расстрельной команде уже, которых хотели расстреливать. Они через неделю-две залоснились, хвост подняли и сексуально озаботились. Еще год проработали. Так что эффект плацебо, внушение, собаки не знают. Понятно. Ну вот смотрите, давайте вот еще разберем на примере приобретения вот этих капелек. Это того вот водного раствора, который мы купили для себя. Скажу честно, когда мы к вам приехали, ну, я человек такой не особо верующий во все эти биологически активные добавки. Вот. И для себя, ну, не такая уж большая стоимость этих капелек. Мы купили с мужем капельки. Ну, я что хочу сказать? Вот я передам слова мужа. Он говорит, это капли счастья. Закапаешь капли, и тебе все хорошо. И Ну, сон то есть, улучшается, да? да, сон улучшается, настроение улучшается, состояние какое-то приподненное. Ну, в общем, он там фразу там написал в соцсетях, жизнь прекрасна. Ну, это вот мы не первый раз слышим, кстати, это очень довольны люди, то, что это как антидепрессант такой, причем Да, такой натуральный, антидепрессант. естественный. Ну и все-таки, как я почитала, и как вот, ну как бы на примере мамы, вот уже такой серьезный препарат, который, ну, основной это Арктик плюс, да, он, конечно, ну как бы улучшает состояние функционирования всего организма. Потому Сюда что... это биологически активная добавка, да, ну и что? На биологически активных добавках много что построено. И не все, Сделанных мне их сколько? ну да, и не все, ну если я, как бы подведу итог. Если я сама порешала принимать этот препарат, значит, я поверила, значит, я вижу как бы именно результат вот этого препарата. Поэтому я готова заплатить деньги и Не такие уж и принимать деньги уж препарат. большие, так что милости просим.